Мы, потому что ребята даже на женщин напали, которые стояли под пикетом. Но потом очень быстро ориентировали. Я ведущий митинга. Меня зовут Грабовский Игорь. Я хочу предупредить еще раз, что любые экстремистские лозунги и призывы не входят в регламент нашего митинга, и организаторы митинга ответственны за них не несут. Сегодня в данном сквере, в этот воскресный день,